Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазар, Оптик Сок, Яблочный Фусик. Пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Всем привет. Все с названием уже поняли, что у нас будет рубрика, какой аниматроник самый крутой, мы скачали пилпаки. Может, когда-то мы их и записывали, но они все обновленные, они очень классно смотрятся, новые возможности анимации. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, это у нас Фрадбер. Что он умеет делать? Махать рукой. И все? А ну нажмите R, может у него режимы есть? Нет. О, он ржет. Так, прикольно. Музычку издает. Мне это нравится все больше и больше. Что еще? А, все, да? Вроде все. А ну давайте я его рассмотрю, подождите, со спины. На его жопу. Что у него там внутри? У него там механизм. Видно, скелет металлический. И все. Ну давайте посмотрим его скример, что он умеет. Ой, сок яблочный, красава. Кстати, очень скример классный, очень прикольно сделанный. Разработчику респект и уважуха. Так, следующий у нас кто? Что тут дирижабль пролетал? Это у нас Нью Бонни. Что оно может? Оно может... А звуки издавать? А он может тпхаться? Нет. А он может на правую кнопку мыши исчезать? Нет. Здоровый такой размер у него. Ну давайте, мочите. Я вспомнил, мы их давно записывали, но у них не было скримеров. Они были очень простые, что двери. Так, давайте, следующий у нас... Нью Фокси. Так, опа, мой любимый звук. Он может классную музыку издавать. Так, 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 так. Прикольно, прикольно. А ну как он бегает? Покажите скорость его. А, руки вытягивает. Наверное, у него нет, да, другого режима никакого вообще? Так, очень странный аниматроник. Ну давайте, мочите его, раз он... Воу, скримак вообще классный. Ребята, напишите потом в конце в комментариях, какой для вас скример оказался самым страшным. Потому что, мне кажется, они все очень круто сделаны. А следующий у нас Нью Фредди. Что он хочет может? Черный. Черт, да? Черный. А, да, они похожи между собой. Вот, вот так вот он бегает. Да, я слышу. Как кто-то чай пьет. Или мышка переставляет. А ну-ка, быстро бегает? Быстро. Да как все аниматроники. Ну давай, мочи. Ребят, давайте так, соберет этот ролик 5000 лайков, и мы запишем среди этих вот пилпаков двух, какой аниматроник самый быстрый. А кто у нас следующий? У нас следующий Найтбир. Даже, кстати, нет картинки там, иконочки может самой. Исчезать и телепортироваться. Круто! Кстати, у него видно внутри механизм. Круто сделан, реально классно. Как он тут черный становится? Ой, а как он черный стал? Просто стоит на месте. А ну кстати, не двигайтесь, будет он черный стоять? Ну вроде бы. Не, он отличает. А я не знаю, может когда берешь постоянно разный, рандомный выдается? Возможно. Когда выбираешь их там. Я-то я черный. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, а ну чё? Давай, покажи, как он мочит. Убийца, убийца, убийц. Понял, красавчик. Продолжаем. Мне очень нравится эту рубрику записывать, потому что всегда обзор каких-то классных аниматроников доставляет мне радость. Спринг Бонни. Ой-ой-ой, запшикали тут звуками классными. Он, кстати, очень быстро бегает. А ну, контр нажмите. Ничего. Вообще. А, на контрол он стоит. И все? Ну, типа того. Тогда я его рассмотрю, что у него еще тут есть. Самый крутой это Найтмар. Да, он такой именно страховый очень мужик. Так, ну что, давайте, мочите меня. Прикольный скримак. Ну, один минус, они зацикливаются, надо постоянно постобработку убирать. Так, хорошо. А давайте следующий у нас Визерет Спринг Бонни. Он может садиться, да? Он на R вставать и бегать. А ну нажмите R английскую.
Он на F встает. Получается, у него два режима, пассивный и активный. Он может так, может так. Прикольные звуки издает, да. А на правую кнопку мыши исчезать может? Нет. А на пробил музыку, да, делает? Да, я слышу. Так, ну чё, не знаю, давай тогда скримак показывай. Они очень жесткие. Умирают все вокруг. Ты, наверное, все, кто на всей карте вотчит. Так, с этого пилпака, получается, мы всех посмотрели. Следующий пилпак. Final Night 3. Пилпак. А, рэпер Балун Бой. Рэп, ну, короче, рэпер. Он рэп читает. Видите, как он рукой делает? Вот это он страшный. Он может исчезать. Кстати, вот этот пилпак бомба, да, пацаны? Во, он страховый. Он может, когда он когда бежит, у него пропеллер крутится. А ну покажи. Да, я вижу. Ты, ну ты взлетать не можешь, да? Так, а дай его рассмотрю со спины. Вот такой горбатый. Такой очень стрёмный. Ну а давайте, мочите. Ух ты! Вот это скример прям эпический. Чика. Чида. Ой, чика. О! Что она еще умеет? Садиться. На R английскую что делает? А, телепортирует. А на правую кнопку мыши исчезает, да? Находил какие-то странные звуки. Это очень крутой пилпак. Это, наверное, один из самых лучших пилпаков, которые у нас есть в коллекции. Она попрошайничает. А ну как она бегает? Вот так. Ну, она медленно, да. Мы можем ее в каком-то режиме прикольном использовать. Ну что, показывай скримак. Блин, ну реально, очень ребята старались для вас скачать крутых пилпаки, чтобы у них были скримеры и все остальное. Так что оценивайте. Так, следующий у нас рэпер. Все тут рэперы, короче. Ну, рэпер, это переводится, получается, убийца Golden Freddy, да? Че киллер был тогда, я не помню уже. Ой, гон музыку издает такую вообще разную. А ну нажмите R английскую. А на правую кнопку мыши? Он исчезает. Блин, классный. И музыку прикольно издает. Так, кто у нас там следующий? Рэпер Мандл. Ой, скример, забыл же. Забыл за скримачок, конечно. Как же без них? Страшно. Да-да, у меня такое лицо. Собак. Ой, прикольно, а ну проверьте, может по стенам бегать? Должна по стенам ходить. Нет. Блин, было бы классно. Блин. Боже, она такая звуки конченые издает. Это трэш какой-то. Так, пробел не нажимайте, ребята, это трэш. R английская есть? ТП, правая кнопка мыши. Так, дайте я рассмотрю. Ну встаньте, не двигайтесь, я рассмотрю ее. Сейчас, камера. Сделаю скриншот себе в Инстаграм. Ой, в группу, в Стиме. Да. Мочи. Прикольный аниматроник, реально очень круто сделано. Так, вот этот аниматроник, как всегда, самый страшный. Помните, этот, как-то мы записывали пилпак, но потом его удалили. И опять его почему-то восстановили. 25 тысяч жизней, это реально сильно, очень. Как переворачивается, когда бегает? Да? А ну нажмите Ctrl. О, смотри. Она просто замирает, как будто она не, ну, не живая. Так, а ну на правую кнопку мы исчезает. И на R перепрыгивается. Так, дайте я рассмотрю. Эти щупальца нереально круто, да, сделаны, пацаны? Она же напоминает материал, из которого сделала Бенди, как чернильная такая, да? Да. Что-то есть такое похожее. Метка немного. Она быстро бегает? Щупалец-то много. Она как бабаёшка. Давайте я её возьму, всё-таки тоже хочу пробежаться. А я бегаю за бабаёшку. Прикольно, горбатая такая, это жесть. Так, да, делает. Так. Это музыка. Чё? Нет, не музыка. Да, прикольные, очень классные аниматроники. Так что, ребята, напишите в комментариях, какой аниматроник больше всех вам понравился. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!